Хозяйка гостиницы в Анапе, которая обматерила гостей, а потом извинилась при полиции, снова оскорбила девушек. Теперь за поцелуй в номере. 1 июля женщина закатила скандал из-за того, что постояльцы попросили ее убрать в номере люкс, песок и собачью шерсть. Извинениями скандал, разразившийся в гостевом доме, не закончился. Как оказалось, он лишь набирает обороты. Напомним, эта резонансная история началась с обычной просьбы убрать номер. Я хочу принести извинения перед жителями нашего отеля, а также перед жителями и гостями города-курорта Анапы за сказанное ранее мною словами. Я так не считаю, и эти слова были сказаны ранее в порыве усталости и гнева. Извините меня, пожалуйста, еще раз. Я больше так не буду. Не прошло и суток, как женщина решила записать видеообращение, чтобы показать обратную сторону медали. И в ролике Татьяна озвучила серьезное обвинение в сторону девушек. Уважаемые отдыхающие гости города-курорта Анапы, настал час пик, когда нужно прояснить ситуацию об инциденте, который просочился во все СМИ, интернет-ресурсы. Я хотела бы сказать и напомнить всем, что ситуация только с одной стороны медали. Вы видели только то, что вам позволили увидеть. А теперь я разъясняю ситуацию. Когда я зашла промыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати и мило целующиеся в моем присутствии. Естественно, была реакция такая. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю представителей ЛГБТ. Чтобы вы понимали, ЛГБТ – это лесбиянки, трансгендеры, гомосексуалисты и тому подобное. В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, не должны видеть женоподобных мужчин, обнимающихся, непонятно во что одевающихся, понимаете? У нас отель за семейные ценности.